Уложить одной левой, что называется, здесь не получится. Судьи не дадут. По правилам армспорта побороть соперника надо на обеих руках. У талантливых спортсменов с этим проблем нет. Тут чемпионы знают друг друга в лицо, даже из других регионов. На турнир «Сибирский медведь» во дворце молодежи в третий раз собрались армрестлеры из Омской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областей, Алтайского и Красноярского краев. Количество участников увеличилось не только количественно, но и качественно. Наш турнир достаточно статусный. К нам хотят ехать, к нам едут, ну, за исключением, может быть, каких-то своих там внутренних проблем на местах у спортсменов. Ну, как правило, это отсутствие там финансов. Вот. С каждым годом мы приобретаем большее количество участников и надеемся, что последующие турниры будут еще более серьезными там, и более зрелищными. Это превращается уже, знаете, в такое некое спортивное шоу. Начались соревнования сразу со зрелищных поединков у тяжеловесов. Омская звезда Григорий Лещук, выигравший бронзу на чемпионате России, на домашнем турнире улучшил показатели. Эмоций много, все положительные, все классно. Уровень хороший. Чемпионат вообще классный, то есть подготовка, организация, все на высшем уровне. Решали спортивные споры на руках и девушки. Опытная спортсменка Лилия Бекерман в категории плюс 65 килограммов выиграла серебро, уступив в исторически сложившемся противостоянии красноярской армрестлерше. С учетом того, как я подготавливаюсь, я оцениваю свои результаты отлично, потому что девушки подготовленные, сильные. В общем, молодцы. Соревнования сложные, спортсменов много, тем более такие города. Волнение вообще суперское. Впервые в этом году региональная федерация армспорта совместно с Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области пригласила на турнир детей-сирот. Проведена акция с детскими домами, чтобы ребятишки могли попробовать этот вид спорта и поучаствовать. Поэтому на сегодняшний день мы стараемся развивать во всех сферах его. Федерация в этом активно помогает. Но я надеюсь, что и спартакиаду школьников постараемся сделать этот вид. Хотя он, еще раз говорю, что в юношеском возрасте не совсем рекомендуется его развивать. Но тем не менее стараемся проводить такие акции для того, чтобы вид популяризировался. И мы слышим сегодня здесь второй призер чемпионата мира, чемпионы Европы. Поэтому вид очень достойный, но я думаю, что молодым людям приятно быть рядом с именитыми спортсменами. Общекомандная победа на третьем всероссийском турнире «Сибирский медведь» вновь на счету омичей. Нашим армрестлерам удалось обойти главных соперников красноярцев и второй год подряд сохранить за собой первое место.